какую высоту мы поднялись. Еще даже спустились. Вон домик или даже вот. Но... ну, завораживающе красиво. С той стороны было красивее. Там мы остановились. Ну все. Такой маленький городочек здесь в горах. Красивый. Зеленый. Там мы поставили нашу машину. До 2006? 6-го. Получается, вот недавно поставили? Эта деревушка называется Санта-Лучия. Красота. Все, наверное, местное. Вода. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando. Вот эти фрукты, которые на кактусе растут, которые Ирочка показывала.
estás perdiendo el tiempo pensando. Домики такие здесь все маленькие, но двухэтажные. Комнатки. Единственная ширина. Только двухместная кровать станет. Сейчас и до них дойдет очередь. Вот оливки. Ликуши. Впереди у нас замок. Вот хотим в него попасть. Маленький канарский замок. Так и говорят канарские местные люди. Они маленькие, поэтому и замки такие маленькие. А мы для них как великаны. Ну, а так его местный был, что-то он высокий. Только, по-моему, сюда не зайдешь. Да, это ресторан. Видишь, там написано ресторан. Что, своего рода ресторан такой? Вот так здесь внутри. Прикольно. Скорее всего, этот замок принадлежит вот этому ресторану Хао. Вот в этот ресторан. Похоже, он давно уже закрыт. Идешь вот по этой улице, запах такой, то ли от оливок, то ли чего, непонятно, но что-то цветет вкусное. Ирочка знает больше. Говорит, лимон или мандарин. Здесь все зелено. Видно, здесь дождей много. Вот кактус такой огромный. Вот одна из достопримечательностей этого города. Елка до сих пор стоит с подарками. Только елка интересная. А вот и апельсины, те, которые пахнут всю дорогу. Надо сорвать и скушать. Домик вот интересно построен. Между большими кирпичами маленькие. Тут уже тупик.
А? Посмотрите, какой дом. То ли он старый, там никто не живет, то ли специально так сделано. Интересно. А вот мы нашли, думали, что это за дерево. А это, оказывается, миндаль здесь растет. Даже есть плоды. Я сорвала. Вот внутри орешек. Миндаль. А вот это на парке, что вы здесь знаете? Я сказал, что это облепиха канарская. Специально это растет. Финики. Специально это растет финики. На пальме. Это финики, только они маленькие. Самые обыкновенные финики. Вон, смотри. Финик. Только это мелкие, не облагороженные. Вот местные животные, местные тараканчики. Не боится. Смотрите. Такая узенькая улочка к домам. Тебе надо же опять чихнуть, когда я включил камеру. А это эти? Авокадо. И вот это файга, смотри. А вот это... Знаешь, что ли файги такие? Мне кажется, это файги. А какой домик тут. А вот опять этот миндаль. Миндаль. Вот снежинки. Старые. Ну.
А вот еще не раскрылся. Вот по такой дороге нам сказали вверх идти примерно 1 километр. И там очень красивый ландшафт можно посмотреть. Но Ирочка думает, что она заманивает в ловушку, потом, наверное, пожарит и съест. Поднялись уже очень высоко. Наверное, еще долго идти. Устала, говорит, надо, больше не пойду туда. Но я так думаю, еще выше надо. Вон там тропинка. Ну да. Ты что, это полотра хочешь? Да, вот это вот тропинка. Ну вот так нам сейчас площадка. Да, или вон та площадка. Домик. Интересно, частный или. Сейчас пойдем посмотрим. Мы спустимся, раз можно спуститься, посмотреть, что это такое, для чего построено это здание. Ой, а что я себя снимаю? Шишки вот таким образом зарождаются. Сначала вот такое растет. А потом вон. А, вот так. Вот, падает. Это я уронила. Это смотровая площадка называется. Мирадор. Мирадор де лас Тедерас. Тедерас или Тедерас? Да, Тедерас. Тедерас. Да, Тедерас. И мы говорим лас Тедерас.